К октябрю в Приднестровье поступит вакцина от гриппа. Минздрав заключил договор на закупку порядка 30 тысяч доз. Вакцину приобретают в рамках государственной целевой программы иммунизации населения. В этом году на нее выделена беспрецедентная сумма – около 5 миллионов рублей. Заказали двух видов вакцины – трехвалентная, четырехвалентная. Это штаммы, которые будут циркулировать в данном сезоне. По всем предположениям эпидемиологам и Всемирной организации здравоохранения, производители вакцины – это Российская Федерация, и мы ожидаем ее уже в конце сентября, в начале октября текущего года. В первую очередь прививки от гриппа сделают тем, кто в группе риска. Это медработники, педагоги и люди с хроническими заболеваниями. Для них вакцинация очень важна. Если они подхватят вирус гриппа и COVID-19, болезнь будет протекать в крайне тяжелой форме. После группы риска прививки начнут делать всем желающим, причем бесплатно. Приднестровье закупит вакцину против гриппа самостоятельно. До этого каждый год по линии гуманитарной помощи вакцину присылал Кишинев. В прошлом году ее ждали, но она так и не поступила. На средства, что остались по программе иммунизации, закупили около 1600 доз. Если в этом году прививки от гриппа начнут делать в октябре, иммунитет успеет выработаться как раз к январю-февралю, когда у нас обычно всплеск вирусных инфекций.